уважаемым пассажирам, приветствую вас на борту нашего автобуса, выполняющий рейс Минск-Санкт-Петербург. Ориентировочное время пути 12 часов. Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся. Считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Олеся, 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 птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в Поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня. Боясь, что вернутся морозы, заплачут в апреле березы, Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, 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 птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в Поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня. Живет в белорусском Полесье кудесница леса Олеся. Олеся живет в ожидании счастья, а с ним нелегко повстречаться. Олеся, 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 птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат в Поднебесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня.